Мечеть на улице Алексея Толстого мусульмане называют исторической. В 1891 году она была построена на средства известного промышленника Тимербулата Акчурина и долгое время была центром ислама в губернии. 125 лет со дня основания мечети – большой праздник для мусульман, проживающих в Самаре. Мы, мусульмане, проживая совместно с другими людьми других верований, других наций, создавали этот город. Потому что, если посмотреть исторические справки, то участие принимали татары именно вот в зачинании этого города. И мы полноправно можем сказать, что мусульмане являлись городообразующим народом. В 1932 году мечеть закрыли. Долгие годы здесь располагался детский сад, а в годы Великой Отечественной войны – детский дом. В начале 2000-х здание было возвращено мусульманской общине. Правительство области и городские власти поддерживают сообщество и помогают в реконструкции. Самара всегда отличалась такой высокой толерантностью, как принято сейчас говорить, или терпимостью к людям, которые исповедуют разную веру, людям, которые являются носителями разных исторических корней, представителей разных народностей, национальностей. У нас более 100 представителей разных народностей проживают в городе, и мы гордимся тем, что никогда нашу землю не сотрясали какие-то междоусобицы и скандалы. Сейчас в исторической мечети активно ведутся восстановительные работы, чтобы она снова стала не только местом для молитвы, но и культурным центром для встреч и общения верующих. Олег Зверев, Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.